красиво звучит. Да, может быть, ma dolce. Ты видишь, ben marcato, le due voce, ma dolce. Marcato, да. Но не бум-бум-бум, не очень такое. Значит, может быть... Thank you.
ярко играю здесь. Это не всегда от пиано до фортиссимо. Просто небольшой крещендо, но ты можешь наполнить каким-то смыслом и все. А ты просто так показываешь много вещей хороших. Все прекрасно. Правильно, но немножко не идет к стилю с крианом. Ты понимаешь? Да, просто надо как-то, какая-то дистанция от этого и делать меньше, не показывает все и немножко пианиссимо играть. А это трудно играть пианиссимо, это самое трудное дело. Ну как бы, я такой способ знаю, надо за несколько раз сыграть просто вот так. Да. А есть и другой способ еще, можно... Просто так играть. А потом, когда такая 2-3 раза ты так сыграешь, потом начинаешь. Поскольку когда мы там вот там так играем, у нас другое ощущение. А потом легче играем. Попробуй вот сделай вот это. А потом сейчас играй пианиссимо. Играй сейчас. Нормально. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот это. Ты видишь? Ну, способы есть. Просто то, что ты ищешь, надо понять. Ну, в общем, очень хорошо выучи. Очень хорошо. Все. Текст прекрасный. Просто... Подумай немножко, как ты бы хотел еще сделать, чтобы это было еще с другой перспективы что-нибудь. Давай сейчас сыграй вот это. Аккорды, они идут все время.
Так что очень важно как-то немножко не все время играть так громко, громко, громко и громко. Просто ты решишь, вот здесь буду, а здесь не буду, а здесь больше вот это покажу или другое. Но сначала до конца, мне кажется, немножко тяжело. А? Ты понимаешь? Да. Да, вот. Все. Это все. Если нет. Значит, мне не нужно вначале, скажем, вот это. Да, 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 потому что если нет, все. Ничего больше я не слушаю. Мне непонятно. Значит. Точно и все. Давай. Все хорошо. А сейчас ты будешь
играешь. То же самое дело. Не больше мица, пиано, мелодию и бас. А аккорды пят пиано. Это очень много. Все сейчас меньше, все меньше. Намного яснее, что ты хочешь, какие вот голоса у тебя важны, а не только аккорды сначала и какой-то шум такой. Ты понимаешь? Сейчас ты будешь играть вот так. Чисто то, что ты делаешь, то, что тебя интересует, голоса неясные, потому что много аккордов и всякое такое. А если ты не сыграешь в пиано, в пианиссимо, а как ты все прочистить? Ты понимаешь? Тебе нужно немножко заново все это посмотреть и почистить. Меньше аккордов и больше то, что в других, в руках там мелодии и бас. Ты понимаешь? Сыграешь сейчас, скажем, нормально, но не как в первый раз, сыграл. Значит, намного яснее то, что ты хочешь, и баланс, намного лучший баланс. А? Давай. Играй просто правую руку.
Вот это мне интересно, понимаешь? Некоторые разы просто
много, много аккордов получается и много шума, да? Это как называется? Шумные такие аккорды. А, мне хочется, что хорошо, в конце, да, я согласна. Но вначале я хочу, чтобы все было немножко яснее и чище. Да? Да. Понятно? Понятно. Хорошо. Ты будешь это играть вечером или нет? Нет.